Всем салют, дорогие друзья, рад приветствовать вас на канале Мега Всековщина. Сегодня у нас будет обзор модели автомобиля от фирмы Маисто, масштаб 1:24. И у нас сегодня будет Dodge 2013 года, SRT, Viper, GTS. Ух, давно я, честно говоря, гонялся за этим красавцем. Наконец-то он попался по вкусной цене. Вайперов у меня вообще ни одного нет, хотя их очень много различных моделей. Но так случилось, что этот вот у меня будет первый, скажем так. Машина классная, красивая, быстрая, спортивная. Поставляется она у нас в стандартном маистовском блистере с прозрачным окном, серия Special Edition. Самая такая популярная у Маисто. Сзади есть такой небольшой модельный ряд. Ничего особо такого интересного. Все равно у нас таких моделей, по сути дела, нет. Дальше коробочка в целом стандартная. Якобы все ли есть лицензии. Больше здесь ничего нет. Давайте достанем модельку, посмотрим, насколько она хороша. Ну, внутри у нас стандартный маистовский упаковочный блок, скажем так. Обычный картонный подиум на двух шурупчиках. И довольно-таки, скажу я вам, на первый взгляд, неплохо выглядящая модель Viper. Скручиваем, смотрим дальше. Так, модель у нас закреплена на две транспортировочных ленты. Одна удерживает дверь, другая капот. Итак, Dodge Viper SRT 2013 года, GTS. Ну, пока что цвет довольно-таки неплох. Маистовских косячков пока что я не наблюдаю. Вроде бы все, краска лежит довольно-таки ровно, без каких-либо артефактов, скажем так. Ладно, покраски плюс. На удивление для Маисто. Покрышки у нас резиновые, диски полноценные, довольно-таки неплохие. Выхлоп у нас здесь сделан. Видим даже цветом. Еще один плюсик, причем такой матовой красочкой. Прикольно. Диски неплохие. Машина сама по себе очень классная. Ну, у Маисто поворотных колес передних практически нигде сейчас, наверное, нет. Все на одной оси, но тем не менее GTS читается, в принципе. Все в порядке. Так получилось, что Viper хотел одним из первых, а появился он у меня сейчас только. Ну, я думаю, у всех уже есть модель данная в коллекции, кто собирает автомобили. И тоже, думаю, одними из первых ее себе заполучили. Машина, потому что реально классная. По передней части воздухозаборники, блин, куча пыли картонной. Не так страшно. Сделано у нас здесь пластиковыми вставочками, кстати, с рифлением. Блин, Маисто начали машину, что ли, нормально красить, что-то я не пойму. Посмотрите, везде ровная, красивая, глянцевая красочка. Фары сделаны довольно-таки неплохо, хоть и присутствуют довольно-таки большие зазоры, как вы видите. Но ладно, это фигня на самом деле, вот придирки. Эмблема Вайпера есть, хоть она какая-то не особо такая, скажем так, невзрачная, невнятная, но тем не менее присутствует. Фары сделаны прозрачными вставками, это неплохо. Сзади внутри есть имитация ламп, уже за это спасибо. Передняя решеточка такая упрощенная, просто пластиковой вставочкой, судя по всему, сделана черной. Без каких-либо деталей. По второй стороне у нас здесь, в принципе, все аналогично. Опять же, никаких косяков.
Ну и единственное отличие у нас здесь с этой стороны, крышка бака находится, она выштампована и просто серебряной красочкой выделена. Ну, дизайн автомобиля просто шикарный, вот такой красивые изгибы, классно, классно. По задней части, так, эмблемка присутствует, фары, кстати, сделаны даже в разных цветах, как видите, прозрачная вставочка. На удивление, Маиста не тупо их покрасила, у них с задними фарами обычно проблемы. Задний бампер у нас здесь просто таким рифлением сделан, но тем не менее он сделан. Фары, вот, кстати, был обзор на Jaguar XKRS, по-моему. Фары прям чертовски похожи даже по, скажем так, по дизайну. Тоже у них там середочка у Jaguar и то другим цветом серебряным выделена. Ну, похоже. Я говорил, они чем-то... Есть что-то у них такое, схожие черты, скажем так. Ну, по задней части все неплохо, все красиво. Заднее такое панорамное, большое стекло. Так, что у нас здесь по нижней части? Ну, все чертовски просто. Поворотного механизма здесь нет. Днище просто очень упрощенное. Маиста 2013 SRT Viper GTS. Что-то еще, какие-то обозначения. Черт ее знает. Ну, нижняя часть у Маиста довольно-таки редко радует. Поэтому имеем то, что имеем. Так, давайте заглянем в салон в таком случае. Начнем с салона все-таки. Дверь у нас здесь открывашечки. Имитация зеркал есть. Зеркала отлиты с дверью. Тоже в металле, но отдельной вставочкой сделано, если видите. То есть это не один кусок двери. Так, дверные карты присутствуют. Покрасочка даже есть отдельных элементов. Это плюс однозначно. Так, по салончику попробуем залезть туда. Вот салон, кстати, очень даже неплохой. Довольно-таки неплохо детализирован. Сделан прям очень и очень даже. Ну, современный салон, правда, да. Ковши, сиденья. И детализация салона. Вот некоторые отдельные элементы, они вот даже прям светятся на черном фоне. То есть серебряночкой выделены. Есть зеркало заднего вида даже в автомобиле. То есть, блин, салон очень даже приличный. Конечно, не бураговский по детализации, но, тем не менее, очень-очень достойно сделан. Маиста удивляют, мягко говоря. Сделан, кстати, тоже так, двери рельефно. Много деталей довольно-таки. Отличный салон, приятно порадовал. По крыше у нас здесь, кстати, тоже классно. Ну, дизайн автомобиля просто без каких-либо претензий. Капот у нас здесь открывается, так скажем, не очень стандартно. По движку все очень и очень даже здорово. Хороший такой, скажем так, объемный вкладыш. Разукрашен различными цветами. Есть и металлик, и красочкой. Надписи очень-очень мелкие, но они есть. Все читабельно. По капоту вообще никаких претензий нет. Сделан просто отлично. Уж про то, какой он формы, я говорить вообще ничего не буду. Сделано обалденно. Кстати, откидывается вместе с фарами. Да, ну, показать проблематично немножко. Ну, блин, модель очень даже оставляет приятные впечатления. Как видите, все хорошо, на удивление. Никаких косяков. Отличный автомобиль, отличная модель. Я не скажу, что от отличного производителя, но тем не менее. Dodge классный. Покупочки
Рекомендую. Просто. Однозначно. У кого нет, брать, брать и еще раз брать. Очень даже классная модель. Думаю, будет хорошим дополнением к любой коллекции. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии по данному видео. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Увидимся на канале.